В числе знаковых для области инфраструктурных объектов магистраль Центральная, которая должна пройти по проспекту Карла Маркса. В течение 3 лет Минтрансом России запланировано федеральное софинансирование строительства в размере 4,5 миллиардов рублей. Проектирование магистрали Центральной уже завершено. Идут подготовительные работы. К строительству приступят в ближайшее время. Магистраль Центральная станет одной из ключевых транспортных артерий региона. Кроме того, Самарская область получит более 3,5 миллиардов рублей на строительство автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Эти расходы предусмотрены федеральной целевой программой развития транспортной системы России на 2010-2020 годы. Жители такие новости оценивают позитивно. Конечно, хорошо. Если сами не справляемся, конечно, нам нужно помочь. Тем более мы будем лицом, скажем так, нашей страны в 2018 году, поэтому обязательно надо. Хорошо, что выделяются деньги. Заметно то, что дороги становятся лучше, но надо еще, чтобы больше было хороших дорог. В Вольске вся убитая дорога. Да много у нас дорог, которые еще надо восстанавливать. А так, деньги, конечно, нужны. Не менее важные объекты – мостовой переход через Волгу у села Климовка и Фрунзенский мост. Николай Меркушкин обратился к президенту с просьбой поддержать их реализацию. По итогам встречи глава государства дал поручение Министерству транспорта России. В следующие 2 года на строительство мостового перехода Фрунзенский планируется направить 6 миллиардов рублей. Это позволит завершить работы в 2018 году. Напомним, возведение моста ведется ударными темпами. В ближайшее время область получит 1 миллиард рублей на строительство этого объекта. Сейчас на 2 береговых опорах из 4 работы уже завершены. Одновременно рабочие занимаются дорожными развязками. Также работы проводятся по строительству 9-го съезда в рамках развязки с улицей Фрунзе. По 9-му съезду проводятся работы по устройству подпорной стены, которая будет укреплять крутые берега правого берега от обрушения и осыпания. В 2018 году начнется строительство и крупнейшего за последние десятилетия инфраструктурного объекта мостового перехода через Волгу в районе села Климовка. На эти цели планируется направить 16 миллиардов рублей. Мост будет размещен в обход Тольятти, что в значительной степени позволит разгрузить трафик на участке федеральной автомобильной дороги М5 «Урал», проходящей по территории Национального парка «Самарская Лука» и «Жигулевской ГЭС». Появление нового моста также позволит выйти на проектные мощности предприятию «АвтоВАЗ» и особой экономической зоне. Окончательное решение по данным вопросам будет принято правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.